Ну давай, не надо мое лицо снимать, я не готова. Максимально страшно сейчас будет. Он сначала закрутится. Страшно? Потому что он домашний уже. Можешь погладить? Не буду гладить, стенка. Давай взлетай, гладись. Хочешь сама взлететь? Погладить теперь надо, как котенка. Да? Вниз. Калибрейт опять. Бля. Ну не сразу. Вниз нажми, чтобы допустил. Вниз и друг к другу. Вниз друг на друг. Наверх. Нет, опять. Я... Парктроники. Он за твою руку держится. Аккуратно. Коленки садись и вниз. Сточили? Ё-моё. Давай теперь за тобой, чтобы он полетел. Давай не возле посыпать. Вниз. А, он другую руку смотрит теперь. Спрячь. Как от машин подальше отлетит. Подожди, не нажимай ничего, он быстро сейчас будет. Погнали. Я же говорил, самокат опасный. Он сейчас воткнулся в светофор со всей скорости и перевернулся, сальтуху сделал. Чувак за ним тоже покатился. Погнали. Давай. Горячо. Терпеть? Я даже температура... Термометра нету. Термометра нету даже. Чтобы говорить, что можно, это вдруг сейчас ожоги получу. Тебе тоже жарко? Как жарко. Сейчас Андрей отправлю. Сначала скриптизерши его собрались. Здравствуйте. Здравствуйте. 6-й спецбатальон, капитан Солочен, документ, пожалуйста. Пропуск есть? Нету. Запрещенный с собой есть что-нибудь? Нету. А чем не запрещенный? А? Ну, обувь типа там. Нету. Обувь типа там. Обувь? Лучше пешком пошел. Вы пока не уходите. Запрещенного при себе нет ничего. Да, просто один вопрос, один. Запрещенный предмет какие-то. Чем мне? Наркотики. Нет. Колющий рез, автоматическое оружие. Вообще такого нет, что? Нет. Нормальный человек, он не был, сверху отсюда, все, что баранчик, пошел достать. Пока ничего не подкидывайте. Думать, вы что подкидывать? Подождите, мы такой ерундой никогда не занимаемся. Я вас, если вы чистый, вы садитесь дальше и едете дальше. Кроссовки примите, пожалуйста. Откуда едете такой? По друге был. Под зачем гуляли? Я вижу, все ноги насквозь срывы. Я на моноколесе. Что? QR-код нужен? Вообще бы был нужен? Нет, хотите, мы вам напишем. Не хотим. 5000, говорит. Все, регистрацию показал. Или у тебя тоже нету регистрации? По сожалению, будет просто, то мне тоже штрафуют.